пусенькая штучка, даже если она есть, ее нет. Я еще не накрасилась, но мне так хочется. Как в пути, в дороге можно по-всякому, правда. Привет всем из Вайоминга. Вайоминг, Монтана потом. Посмотрим, что, чего и как. Прекрасный день. Так нам красиво. Остановилась на заправочке. Побольше бы этих самых впечатлений хороших, красивых достопримечательностей. Природа, конечно, замечательная. От слова замечать. Что ты замечаешь? Хорошую мысль мне пришла. Неожиданно пришла мне хорошая мысль в виде моего друга. Какая мысль? Рассказать им? Рассказать вам? Ты расскажи. Знаете, дорогие мои, солнце, солнце. Хорошо, спокойно. Все, что придумает наш ум, даже то, чего нет, могут попытаться вложить. Замечайте, какую информацию вы просматриваете. Слушайте себя. А действительно это так или нет? Особенно первое время, когда ты понимаешь, что что-то вот меняется, ты это объяснить как-то себе можешь, и вот хотя бы как-то работает в самом начале. Насчет курения хотела поговорить. Вот у меня была зависимость по курению сигарет, наверное, лет 20. Когда-то, 20 лет назад, мне бывший супруг это дело показал, научил. И я это использовала в тот момент, когда заземлялась. Потому что когда мы... Заземление, оно разное. Очень разное заземление. Разные пути заземления. Ну, баня, сауна, спорт. Интимная жизнь в любви. Поэтому во избежание всяких разных искушений собственных и написано в Библии о том, что имей своего мужа и свою жену, свою пару. И это хорошее такое. Но не всем, может быть, подходит. Кто-то хочет замуж или жениться, кто-то не хочет замуж или жениться, хочет просто путешествовать, быть свободным просто так, для себя. Так тоже можно. Человеку хорошо вдвоем, с друзьями тоже очень хорошо. Да? Так вот. В этой вселенной я заметила такую штучку. Когда раньше я использовала сигарету, использовала, видите, какое слово, для заземления, потому что такое ощущение, что вот как разорвет много всего, и ты такая... Техники дыхания, они помогают очень. Это практически то же самое.
дыхательные разные техники, их много. Я могу записать парочку и для мужчин, и для женщин, потому что они разные есть. Для мужчин больше подходит такая интенсивная за 5 минут техника. Я ее когда-то у одного американца увидела очень давно, уже лет 8 назад. Ты прям себя прям раскручиваешь, прям держишь, и у тебя пробуждается все тело, там много энергии приходит сразу. Во всяком случае, такое ощущение в теле. То есть, так как мы здесь на физике, в физическом плане. Но что я заметила, когда сигарету покуришь, разной направленности, разного бренда, вдруг может возникать много помощников. Приезжать, приходить, быть вокруг. И это помощники не, скажем так, ты их как бы вызываешь, получается. А я это осознала только вот буквально, может, день-два, что если я могла покурить сигарету, я ее уже то есть у меня вот пачка была, за эти 2 месяца она у меня одна со мной ездила, и я как бы очистилась от этого. У меня уже такого нет, что ты берешь и хватаешь там за сигарету. Также произошло с питанием. Когда 2-3 месяца я побыла на абсолютно таком аскезном питании для себя, у меня ушли многие штучки, которым раньше тянуло. Это рутина на день, с чего начинается твой день. Ты бежишь пить кофе с чем-нибудь или еще что-то такое. Или ты подтягиваешься хорошо, представляешь в голове себе самую лучшую картинку, простраиваешь свой день мысленно. Если рядом находится твой любимый человек, твоя любимая женщина, любимый мужчина, твои родители, допустим, друг, друзья, можно обсудить это с ним или с ней и сказать, что хорошего дня, доброе утро. И так происходит простройка изначально реальности, да? Легко. Поэтому и говорят, найдите ваших людей. Неважно, какие они по своей структуре или пониманию себя. Главное, чтобы у вас было в унисон. Еще мне пришла мысль, что мне нужно переставать вот учить, потому что когда мы раздаем знания просто так, оно не воспринимается. Нужно, чтобы человек сам захотел. Свободная добрая воля, когда человеку самому интересно, как это происходит, как происходит твой, как твой мир ощущается. И какие ты себе там выбираешь видеть картинки. Так вот, сигареты — это тоже заземление. Как и всякие разные другие штуки, которые уже даже их не говорим, но вы все как бы понимаете, про что речь. Это про алкоголь, допустим. И чтобы вот этой тяги вдруг раз, она ушла. Это я к чему? К тому, что у меня в голове свобода всегда. Я вообще свободный человек уже очень давным-давно. Но разные другие люди через них, их программы пытались убедить меня в том, что что-то вот с тобой не так, что-то существует другое, что-то вот это вот. А я понимаю, что это вот оно мне никак не резонирует, не откликается. В моем мире этого нет. В моем понимании моего мозга это все просто какой-то как иллюзия. Этого нет. И оно не работает. На нас как бы влияет только то, во что человек поверил. Что, наверное, это вот так.
Или, наверное, это вот так. Это истина. У людей были грехи, да? Которые, ну, в старой программе можно назвать. И которые они проходили, проживая свой опыт на земле. И если они справлялись, они трансформировали вот это состояние, вот эти состояния все. Ну, то есть все семь грехов можно перечитать. Основные, их вообще намного больше всяких разных тем программ и всего остального. Но когда человек это трансформирует у себя внутри, он выборы другие делает, другой выбор. Говорить, быть честным и не обманывать самого себя в первую очередь. Потому что через обман, конечно же, на много чего другого может прийти. Но оно вас не коснется в том плане, когда вы выбираете по-другому. Когда вы понимаете о том, что последствия все равно... После окончания игры, после перехода, еще раз. Это для тех, кто, допустим, кому давался второй шанс в жизни уже. А тот, кто прожил какую-то такую историю и вернулся сюда, и все помнит. Значит, у вас второй шанс на то, чтобы простроить всю свою жизнь иначе. Если на вас действовали разные всякие эгрегориальные системы, потому что Бог-то придумал все, вообще все, как плохое, так и хорошее. Все, ну, в том понимании ума, которое у нас есть, плохое, хорошее. Я просто сейчас наблюдаю о том, как те учителя, которые мне очень-очень нравились, могут там рекламировать всякие чит-коды, всякие такие вот штуки. И я понимаю, что... Я это наблюдала очень давно, даже когда... Ой, курсы брала разные. Даже по Ютубу курсы. Я там столькому научилась, что, ой, если бы это все применить, то... Это не тот путь, который я выбирала. Всегда. Я понимаю, насколько осознанными уже были те люди вокруг меня, когда я еще была неосознанной. Они уже играли в игры. А я просто жила свою жизнь, вот счастливую просто жизнь. Ну, раз здесь у нас, у тех, кто уже осознался, кто проснулся, пробудился, и их столько много сейчас, я наблюдаю просто один за одним пробуждение. По всей планете. А я говорю о том, что продолжайте верить в Бога при этом, при всем. Поменьше используйте зажигалки и сигареты, по возможности осознавая, что все вот здесь, только вот здесь. И вы очень спокойно можете везде и гулять, и путешествовать, и общаться абсолютно со всеми из любви. Я вот вышла сегодня поснимать
Знаешь, такая тишина, все спят там, в плане отдыхают еще. Там на этом самом заправочке там люди. А здесь вот так хорошо, хорошо, потом сзади меня здесь такой лесочек. Лесочек такой прикольный. Давайте пройдемся, покажу. И вот я такая вышла, гуляю, снимаю, желаю доброе утро, снимаю свои ролики. Красиво. И вот снимаю свои ролики. И у меня внутри было такое, знаете, спокойное состояние, которое захотелось передать. Вот, ну, вот как это. И тут ни с того ни с сего на меня бежит большая-большая собака. Бежит ко мне такая. А я сначала не понял. И она на меня так запрыгивает лапами. И вот. И мы начали с ней играть. Она ко мне лапами, и я знаю, и припрыжку, и мы с ней вдогонки. И она такая прям хвостиком виляет, но она большая. И тут до меня дошло, что я даже не успела любви послать. Ну, то есть, раньше я выходила из машины, из дома, я сразу, просто у меня автоматически уже это было, вот это прямо, это, я прямо так стою и прям, все, всем любви, всем, вот прям, чтобы все хорошо. А сейчас оно автоматически само, ко мне она бежит такая вся, счастливая. Потом побежала к хозяину машины. Вот. Посмотрим, что у нас еще по штатам, как, что вокруг, что ты видишь вокруг. Я, если честно, спешу. Мой дом, моя Флорида. Но мне интересно попутешествовать, поездить вот так вот по Америке. Очень. И, конечно, проект, я написала на Инстаграме вчера о том, что креаторы, кому интересно поучаствовать в таком проекте, написать историю, то есть никуда не надо бежать, ничего не надо, там, как говорится, медитация в ходьбе, это все замечательно. Но можно не ходить, а просто в спокойном состоянии сесть и записать, написать историю. Так вот, для писателей, писателей у нас очень-очень много, сесть в спокойном состоянии, записать историю и в объединении всех собрать, то есть как бы написать мне, например, на e-mail, у меня e-mail везде стоит, что хочется поучаствовать в таком проекте, почему бы и да. Я соберу, ну, как бы, и мы эти все истории выпустим под одной, под одним брендом, допустим, The Path, путь. На английский переведем, на русский, на какой там еще язык, если хочется. И каждый человек свою историю, книгу эту, на Amazon, но она под одним брендом. И в то же время финансово понятно сразу, что вот что у каждого финансово. Как? Потому что на Амазоне, когда выпускаешь книги, у них права на книгу принадлежат Амазону. Ну, это понятно. И... Но человек получает свои деньги, да? И вот так Библию когда-то собирали тоже вместе. Все вместе собрались,
сложили все истории совместные, и получилась книга с разными историями того времени. А я предлагаю объединиться всем, кому интересно, и сложить все свои истории о пути, все свои истории о пути своем или того, кого вы наблюдали, может быть, и выпустить под одним брендом The Path, путь. Так тоже можно. Можно еще, но понимаете, это и помогает, и в то же время, ну и финансово помогает тоже. Ну, конечно, это процесс всего, как это оформить лучше, как с Амазоном. Но если есть такое намерение, значит, найдутся такие люди, которым это интересно. Вот, поэтому креаторы предлагаю записать историю на листов 20. И все вместе объединившись, такую книгу создать, которая поможет тем, кто, может, еще не пробудился, или тем, кто в пути, или тем, кто кому, может быть, нелегко сделать выбор, или выйти обратно. Выйти обратно. Если это происходит на физике, то можно идти против течения. Фривей весь едет в одну сторону, а ты идешь в другую сторону. И выходишь туда, куда нужно, вспоминая весь свой путь. И выходишь обратно. У меня были интересные игры ума месяца два назад. Но я говорю, с Богом возможно все. Бог, он вообще все создал, даже все эти истории, программы, которые с нами случались, с вами тоже. Ух ты, какая красота! Это мне? Это все мне? Ой. С кем разговаривал? С каким кустом? С каким кустом? Я не с кустом разговариваю. Какая Нет, красота! Иисус разговаривал. С кем? Я? С кем кустом? Я разговариваю Нет, с... Иисус разговаривал. Не Иисус, а Ной или кто разговаривал? А, с горящим... Нет, Ной выводил людей. Кто разговаривал с горящим... Лот, нет, не Лот. Кто а разговаривал по Библии? Подходит, это очень хорошо подходит для горящего куста. А можно даже не гореть, можно совсем просто так поговорить. Красавчик. Куст. Как оно, горящий куст? Вот кому-то букеты дарят, а мне куст. Да. У вас есть такие друзья? Я вам желаю таких друзей. Классно. Так, куст. Горящая купель или нет? Нет. Это притча. Это притча. Пойдем? Да, пойдем. Идем. Ой. Поехали. Вот, спускаемся. Спускаемся. Заземляемся в опыт написания книги. Почему бы и да? Кроме всего прочего. Держите свою душу в чистоте помыслов. Это важно. Любой путь проходить легко, когда
у тебя в сердце много любви. Ну и, конечно, свободе. Вот у меня эта свобода давным-давно. Ой, и с этим я помогаю. Да? И это тоже умею. Очень умею. Потому что я люблю людей. Да и вообще всех. Не только людей. Технологии всякие тоже люблю. И тоже люблю. Раз у нас мир уже такой, и это для всех очевидно. А вот, у нас даже телефончики, да, у всех. Научиться жить в любви со всеми. И самим собой, самой собой.